Всем привет, с вами Бастет, и сегодня посмотрим на новую битву на необычной карте. Всем желаю приятного просмотра. Стартуем нашу карту, и она начинается с необычной кат-сцены. Привет, чувак, ты играешь на карте, которая называется, точнее, представленной Pro WB. Задача этой карты защищать энергостанцию. Если она потеряна, то остальные игроки будут уничтожены, и медведь отвечает. И, в общем-то, да, карта заключается в том, что вы обороняете одну базу, одну электростанцию, и вы не должны ее потерять. Ну и, собственно, в этом и вся простая задача. Медведь убивает этого человечечка, да, и появляется у нас, собственно, сам прекрасный экран. Да, больше мы не теряем время, как говорит нам автор карты. Здесь находится вот центральная большая база, много локаций, по две на каждого игрока, есть несколько морских позиций, и, конечно же, самое главное, вот эти вот генераторы, которые нужно защищать нашим командам. Всего у нас три команды имеется на данный матч. Давайте их посмотрим и представим, конечно же. У нас имеется Гринолёрд здесь вместе с его союзником желтым. Вот, его посмотрим чуть позже. Ски у нас появляется здесь из-за фиолетовых советов. Скип 171. Dark Nage, красный альянс слева здесь. Анклав Дота, союзник Гринолёрда, тоже за советов, соответственно. Морфос на этом фланге, за советов, получается, да, за синих. И его союзник Лягуш за голубых японцев. Вот такие вот у нас три команды по два игрока, и ребята уже первым делом занимают базы. Посмотрите, как хорошо защищен этот генератор. К нему так просто не подобраться. Здесь даже лежат мешки с песком, и какой-то автомобиль непонятно стоит. Есть даже дополнительная пехота на всякий случай игрокам, чтобы просто была, да. Причем пехота, обратить внимание, у всех альянса. Ну, как говорится, эти миротворцы, видимо, не просто миротворцы, а скорее какие-то наемники, да, которые работают на всех. И это хорошо. Здесь у нас есть уже командный центр альянса, который двигается куда-то в сторону. Поплыл он, наверное, поближе к экспанду. Экспанд потенциально можно захватить здесь. Здесь какое-то, знаете, видите, течение. Такая темная водичка пересекается с более приятной светлой голубой. Это глубоководное место, скорее всего. И смотрите, слева уже плывет командный центр в прикрытии одного медведя. Да, будет занимать, скорее всего, вот эти базы. Достаточно тоже важное место, потому что тут плавает золото. И пока что синий совет не мешает. Не препятствует такому экспанду особо. У него есть генератор, у него, правда, сейчас будет, скорее всего, уже подводная лодка первая, что, конечно, очень должно помочь. Но Мишка уже отправляется на разведку. Мишка вот-вот все это дело увидит. Да, он посмотрел и разворачивается назад. Он понимает, что там уже едет командный центр. Ну, а здесь, конечно, первым делом доки. Плюс две базы сразу идут от зеленого, от Гринолёрда. Он понимает, что, скорее всего, сейчас будет война не на шутку. Ну, а желтый ставит завод, наверное, для того, чтобы делать, на всякий случай, зондов, да? В то же время замечает сейчас желтый, что красный и фиолетовый тат тоже не лыком шиты. То, что они уже ставят базу здесь. Скорее всего, по логике, если они поставили базу именно здесь, они будут направлять свой удар все-таки на позиции желтого. Желтому надо иметь это в виду. Он выстреливает двух, да, инженера и призывничка. Пока по одному. Нужно что-то захватывать этим двум работягам. Может быть, нефтевышку? Ну, энергостанцию будет забирать. Так, и прячет, успевает спрятать этого инженера. Инженер заходит с другой стороны. Так, может захватить на самом деле этот рефлекс. Файнери, нужно будет давить инженера, инженер же будет заходить сбоку, хорошая операция, нет, успевает спрятаться, подходит пехота, Голиафу нужно быть осторожным, нужно выстрелить его, наверное, еще раз, попробовать зайти с воды в очередной раз, или хотя бы захватить нефтевышку, получить 500 долларов себе обратно, это тоже выгодно достаточно, снизу там в те время наступление подводных лодок Лягуша, они пытаются забрать сейчас базу какую-то у фиолетового, но это действительно получается, и хорошая, хорошая была диверсия, смотрите, уже транспорт прячет сейчас Лягуш, да, будет, скорее всего, планировать какую-то диверсию, не знаю. Здесь уже битва подводных лодок начинается. Акула синяя против акулы зеленой. И ему прибегает маленькая рыбка на помощь своей большой. И, конечно, теперь справится, скорее всего, команда сине-голубых. Здесь, однако, понимают, как я уже говорил, желтый, что могут быть проблемы с альянсом, могут быть проблемы с советами. И уже две подводные лодки выходят на эту территорию, чтобы отправиться на охоту. У них, скорее всего, все получится замечательно, да, начинается эта схватка непонятная. Тут выходит, брат, своя фиолетовая лодка уже, и вроде как комбайн сильно поврежден, но он должен отступить назад и справиться, к тому же с Тесла может доделаться, да, о, еще три подводные лодки, ну это вообще шикарно, много тут кораблей присутствует, и вроде как фиолетовый отбивается. В то же время, смотрите, на центре зеленый столкнулся сейчас с синим, синий быстренько строит Теслу, синий строит также сейчас бараки, из бараков, правда, пока ничего не выходит, да, и Теслу, скорее всего, сейчас зафокусят, у синего не
получилось занять эту позицию никоим образом. Да, это очень грустно, но что поделать. У этой команды, наверное, пока самая худшая экономика, потому что эти базы пустуют, а они пока ничего себе не отхватили нового. Очень много при этом подводных лодок сейчас у Лягуша, у голубого игрока. Он может их спокойно сейчас задействовать где-то. Да, ой-ой, зонд перехватывает сейчас командный центр. Это большая потеря. И действительно, сейчас можно будет синему лишиться этого главного своего командного юнита, но... Пытается отойти, да, в итоге просто сейчас призывнички могут его подорвать. Спасать, на самом деле, от зонда нечем. Подводные лодки просто грустно смотрят, да, как рыба из воды просто, и не может ничего сделать. Еще одна атака идет сейчас от синего. Он пытается прорвать эту тест. Ну, действительно, у него это получится. Теста тут не выживает вроде как. И, действительно, в Бэтмен сразу подходит и голубой. На сзади заходит голубой, да, и, в общем-то, очень успешная атака. Подводная лодка входит прямо в борт, и остается уже практически тут ничего, что могло спасти эту базу. И, скорее всего, зеленый и желтый потеряют свою локацию. У желтого и зеленого в то же время большая проблема на этом фланге. Тут уже и крейсер Альянса вместе с дельфинами из Геленджика штурмует, и фиолетовые подводные лодки. Тут совсем, на самом деле, все выглядит печально. Врывается, правда, зонд сейчас, да, действительно, можно просто спамить зондов, и придется отступать назад куда-то, да, или вот помогать вот таким образом. И пока желтый отбивает. Слушайте, у него удалось стабилизироваться более-менее. Но виндикаторы бомбят позицию. Виндикаторы, правда, почему-то бомбили именно строящуюся Тесла, а не подводные лодки. Но это их личный выбор, не будем осуждать их за это. Здесь центр уже занят тем временем зеленым. Зеленый скоро будет совсем уже иметь хорошую экономику, если центр никто трогать не будет. Падает сюда спутник. Спутник, правда, не попадает на комбайна. Тесла очень сильно побита, но желтый и зеленый пока держатся. Однако их уже двигаются прессовать из силы голубого синего альянса. Тут действительно много войск, и поехал транспорт. Смотрите, замаскировался под два комбайна. Сейчас они едут, правда, слишком быстро. Это уже очень подозрительно, но, скорее всего, они до своей цели доедут. А дают они, конечно же, до базы сейчас зеленого. У зеленого есть Тесла, у него тут кран, даже какой-то пехотинец в здании, поэтому он более-менее подготовлен, кстати. Но все равно посмотрим. Кстати, упал какой-то спутник. Немного... нанес урона, но в целом действительно пока небольшое перемирие. Ребята почему-то никто не знает, наверное, пока про центральную позицию, да, или пока ее просто не трогают, потому что заняты. Снова падает спутник, это матч, конечно, командный, и, кстати, попадание снова шикарное. Теряет еще одну добычу сейчас при этом красным. Красная экономика стала намного хуже, но у него появляется первый авианосец, это уже серьезно. Начинается наступление флота здесь. Хорошая, на самом-то деле, движуха получается, да, и одна Тесла эту позицию никак не защитит, хотя она, конечно, неплохо заберет с собой много, наверное, а сейчас подводных лодок, но все-таки этого мало. Строятся еще реакторы перед ней, чтобы выиграть время, но в конце концов ее уничтожают. Но какой ценой? Ценой достаточно больших потерь, если так порассуждать. Двигаются желтые подводные лодки, их много, и в то же время желтые и зеленые должны сейчас отбиваться на этом фланге. Медикаторы сейчас долетят домой, им удалось вернуться и не попасть под мигов. Здесь пытается как-то подраться сейчас желтый синим. Явно, конечно, у синего подводных лодок меньше, он тут не выиграет это сражение, его флот будет разгромлен, и в этом плане все очень ясно и очевидно. Каратели направляются сейчас на этого авианосца. Не получается забрать его, понятное дело. Да, и летят еще какие-то виндикаторы сейчас. Виндикаторы падают, к сожалению. Тут два аэродрома. Бомбежка уже сильно. Кстати, здесь заходит диверсия. Диверсия заходит с минами. И очень хорошая атака получается сейчас у синего. Да, за счет транспортников этих секретных. И действительно, минус барак, минус Тесла. Но вот эта Тесла сверху, которая защищает генератор, она не дает нормально, на самом деле, проводить харас. Но, тем не менее, забрали хотя бы кран. Уже неплохой размен. У синего и желтого, на самом деле, куча проблем. Их прессуют с двух сторон. И голубой уже вышел на две локации здесь. Ситуация просто, на самом деле, катастрофическая у этой команды. Зеленый и желтый точно испытывают массу трудностей, и им нужна какая-то помощь сейчас от команды снизу. Команда снизу же грамотно сейчас выжидает момента, да, и Морфос и Лягуш, они ждут часа, когда смогут, в общем-то, просто собрать весь урожай и забрать территорию, базы у тех, кто, скорее всего, проиграет, и потом уже добить более слабого соперника, который потратил много ресурсов и войск на уничтожение другого игрока. Да, это очень грамотная стратегия. Здесь проходит ракета сейчас, проходит хороший стан при этом. Да, вообще-то подводные лодки не всплыли. Видимо, не хватило силы этой Эми-ракеты. Но бывает, конечно. Я люблю часто говорить, на самом деле, фразы вроде «попадание мимо», да, это, знаете, это, мне кажется, связано с российским телевидением, вроде фраз там, знаете, как «отрицательный рост» или что-то подобное. Окей,
Попал здесь еще спутник в Теслу, но комбайн выжил, это самое главное. Тесла, наверное, тут большой роль не играет. И, кстати, на самом деле, эта база, вот эти базы, они дают много ресурсов сейчас команде слева сверху. И если авианосцы с виндикаторами не полетят на нее, то, в общем-то, я думаю, что все будет очень даже неплохо. Продается здесь одна верфь, и действительно уже все больше и больше они зажимаются на суше. Это плохо, конечно, для них. Вот, и я боюсь, что рано или поздно скоро синий и голубой. На их месте я бы начал наносить удары по двум разным игрокам своими силами, да, так было бы, наверное, лучше. Тенгу тут полетел в одиночку и просто наслаждается курсами по тренировке стрельбы. Здесь начинается более серьезная битва, да, тут какие-то подводные лодки зеленого еще остаются вместе с желтым, конечно же, там две верфи готовы, но авианосец может обстреливать их, я думаю, с хорошей дистанции и без больших трудностей. Много виндикаторов постоянно летит, да, и тут Тенгу пошел на разведку. Да, генератор, кстати, если мы заметим, одна команда полностью продала все свои укрепления, которые там стояли, чтобы получить больше денег, да, вот команда красного и фиолетового решили вот так вот продать госимущество, да, просто на аукционы поставить, и действительно от этого у них, наверное, был какой-то плюс в плане того, что много лишних денег получили на старте, но, с другой стороны, это может потом очень плохо для них кончиться, если вдруг будут штурмовать реактор. И действительно, штурм тут уже первый какой-то начинается, да, тут корабли подходят поближе, постоянно летают какие-то тенгу, тенгу, лягуши вступают в схватку, ну и здесь пока что фиолетовым красным удается, на самом деле, побеждать по воде, да, но при этом и красные, и фиолетовые имеют меньше всего ресурсов, да, потому что ребята, которых теснят, заняли центр, у них хорошая экономика, а эти уже вообще вовсю довольствуются своим положением сейчас, да, и спокойно вот заняли и левый фланг, и правый, у них действительно все хорошо по деньгам, они явно не жалуются, у них деньги есть, да, они и держатся без проблем, да, в общем-то, действительно, все у них замечательно. Много подводных лодок попадает под зону. Да, это то, о чем я говорил. Здесь нужны какие-то дельфины, потому что дельфины могут своей атакой выбивать зонов, да, ну или скат. Скат, как вариант, тоже может своей способностью уничтожать зонов внутри подводных лодок. Да, действительно, получается, какие-то две подводные лодки всплывают сейчас. Подводные лодки желтого, они должны быть, скорее всего, довольно быстро уничтожены, но успевают уйти под воду, и здесь их, конечно, уже не достать. Смотрите, нападает сейчас в наглый на реактор лягуш. Он пытается зафокусить его своими тенгу вместе с, конечно же, танкбастерами. И про это команда не знает. Слушайте, вот про это я и говорил. Нельзя было продавать укрепление. Реактор сильно поврежден сейчас. Это большая проблема. Им нужно как-то двигаться, наступать в атаку. Я не знаю, что они будут делать. Но у них практически вся армия морская. Реактор нужно защитить. Если будет потерян реактор, их команда просто взорвется. На реактор никто не идет. Слушайте, это просто катастрофическая ошибка. Сейчас самолеты должны полететь, наверное, в контратаку. Какие-то каратели нужны. Но они продолжают прессовать сейчас позиции другой команды. Они, видимо, не осознают всю тяжесть положения. Да, и сейчас, конечно, это... Этот блок выйдет из строя, и у этой команды будут большие проблемы. Действительно, нечем на самом деле даже лететь сюда, нечего построить. Нету радиуса строительства, и да, и реактор был потерян. У них остается всего одна минута до взрыва. Им нужно эту минуту максимально быстро реализовать, максимально быстро пойти в атаку. Иначе от их команды ничего уже не останется. Здесь подводные лодки синего попали под атаку зондов. Это большая проблема, нужно вести их на ремонт. И действительно, пока что желтый и зеленым неплохо отбрасывают противников назад. Но тут уже переплыли первые сёгуны. Сёгуны — это серьезная проблема, потому что сёгуны могут спокойно абсолютно разбомбить позиции на центре. Красный и фиолетовый недовольны тем, что центр занят. Они, видимо, скорее всего, также недовольны тем, что на них напали сбоку. Но и красный, и фиолетовый, у них осталось очень мало времени, да. То есть у них уже, конечно, финальный диагноз. И, к сожалению, с этим они ничего сделать не могут. Им нужно только принять свою судьбу. Они пытаются выдвинуть сюда, поставить какие-то базы. Может быть, Тесла какие-то закинуть, да. Но это уже не важно, потому что уже осталось 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И это конец для этой команды. Просто происходит взрыв. Все, что у них было, уничтожается. Реактор потерян. Dark Nage и Ski признают свое поражение. Остается только две команды. Вот поэтому я и говорю, что продавать не стоило укрепления, действительно. Да, жадность сгубила двух фраеров, в конце концов, да? Мы часто, кстати, убеждаемся в этой пословице великой, да, так сказать. Хорошо, полетела теперь авиация зеленого. Зеленый и желтый теперь имеют небольшое преимущество за счет того, что они лишились проблем на этом фланге, да, и действительно им теперь не о чем беспокоиться. Какой-то одинокий голяв сидит на хайграунде. Как он вообще тут оказался-то, непонятно. Вот, ну ладно, он тут все равно... О, боже мой, вы это видели? Вот это я понимаю, вездеход. Явно сразу советский внедорожник, да, как УАЗик. Это я понимаю. Начинается небольшое наступление Японии на центр. Тут хороший, на самом деле, флот у японцев уже образован, да, сейчас будет по нему целиться спутником, видимо. Но японец спокойно отходит от этого лягуша, в целом не испытывает каких-то трудностей с отбитием таких спутников. Они просто, скорее всего, даже не попадут в цель, и это уже игра превращается в обычный 2 на 2.
Нужно, наверное, попробовать зафокусить тот же реактор. И здесь укреплений достаточно много остается, да, то есть здесь никто турели не продавал, поэтому все хорошо, как и на этом фланге. Поэтому так просто залететь на пофиг убить не получится. Сбивают сейчас скайвинги, каратели прилетают, нету ничего, мне кажется, сейчас против на самом деле авиации, да, что-то нужно подвести сюда. Подводные лодки желтого вступают также в схватку. Нагинат, однако, много, голубых нагинат достаточно много, чтобы отбиваться здесь без больших трудностей. Там, правда, уже какие-то зонды направляются в атаку, но мне кажется, да, что зондов очень много вгрызлось сейчас в эти нагинаты, они, скорее всего, все будет потеряно. Каратели стреляют, но подходят сейчас скайвинги. Скайвингов много, они отбивают каратели. Те ребята улетают назад куда-то. Но, однако, все подводные лодки с изъяном внутри. Да, и это плохо. Нужно, скорее всего, сейчас просто их уничтожать. И начинается междоусобная борьба. Сейчас все эти подводные корабли будут... Не подводные, точнее, наводные корабли будут уничтожены. И это, на самом деле, большая потеря для Лягуша. Его флот практически полностью исчез. И при этом центральная позиция осталась практически нетронутой. Добыча продолжается. И Green Alert и его союзник уже переходят сейчас вот сюда, на новые базы, на бывшие локации, которые были у красного и фиолетового. Ну а тут их подводные лодки также переходят в контратаку. Тяжело будет на самом деле вести эту борьбу. Сейчас нужно и синему, и голубому, наверное, собраться как-то в одном направлении. Здесь эта база точно будет потеряна, скорее всего, потому что здоровья у нее мало. У нее сейчас будет сбрасываться очень большой спутник. Как говорится в хрониках Гачимучи, Big Fat спутник, да, и скорее всего сейчас он упадет сюда и уничтожит эту базу. Да, продается все сразу, даже вторая база продается так, на всякий случай. И синий только что лишился части своей экономики, причем существенной. Зонды продолжают направляться в атаку. Зондов, опять-таки, два штуки, не так много, две штуки. Но хотя бы один успел ворваться внутрь корабля и сейчас начнет терзать эту команду. Это, конечно, крайне неприятно. По-прежнему достаточно большой флот имеется у желтого, постоянно его подводные лодки шныряют туда-сюда, и Японии тоже флот достаточно хороший, но здесь, конечно, пока преимущество все-таки за синим, у которого прям массовая доминация под водой, но проблема в том, что в подводном царстве живут также страшные крабики, да, принцессы Ариэль тут нету, но есть вот эти вот крабы, которые были, я забыл, к сожалению, имя. Такой забавный был краб из диснеевского мультика. Вот эти вот крабы и вгрызаются в подводные лодки и просто их выпиливают на части очень быстро, да. Вот уже минус, по сути, 5 подводных лодок, которые на таймере, которые постоянно уничтожаются изнутри. И это большая проблема. Флот просто не может прорваться вперед. Их постоянно распиливают, к сожалению, да. И, в общем-то, эти страсти заставляют просто вернуться сейчас назад, но не получается постоянно, просто все сейчас в скрежете каком-то. И этот распил продолжается, да, это просто какой-то ужас. Весь госбюджет синего сейчас будет распилен, да, в виде этих подводных лодок желтым. Это просто замечательно, на самом деле, для желтого. И они могут даже не сражаться, они могут продолжать отступать назад и ждать, пока хитпоинты у этих кораблей снизятся до минимума, и они будут уничтожены. Каратели подлетают сзади. Карателей много, где-то должны быть даже миги. Ну, почти ничего не остается уже от этого флота, на самом деле. Есть только немного еще голубого. У голубого есть, конечно, ПВО, это очень важно здесь. Но проблема в том, что все синие подводные лодки были уничтожены вот таким вот красивым маневром от желтого. И тут практически уже нет надежды на победу сейчас в этой битве. Нужно отходить назад. Там три сёгуна. Сёгуны, однако, надо отдать должное, уничтожили добывающие базы на этом фланге. Экономика у желтого стала хуже, как и у зеленого, но проблема в том, что мы знаем, в отличие от игроков нижней команды, что они уже нашли себе новое пристанище на правом острове и уже добывают оттуда, в том числе зонды направляются в атаку. Три брата или два брата и сестра, или две сестры, или три сестры, я не знаю, неважно, они сейчас будут вгрызаться в сёгунов, да, и там даже и без них неплохо справляются, потому что есть каратели. Каратели, собственно, спокойно все расстреливают. И сейчас уже ничего не останется, скорее всего, в этом плане. Подходит Тенгу. На Тенгу вырываются сразу миги. Миги за секунды их просто подавливают. И все Тенгу приземляются в море. Печальный расклад для наших игроков. Да, но зеленый и желтый пока что действительно чувствуют себя весьма и весьма комфортно. Они продолжают пробивать позиции противников. Есть, конечно, еще какие-то сёгуны. Есть базы справа. То есть это, в принципе, не конец. Но уже не хватает электроэнергии даже сейчас у голубого, чтобы обеспечить турели, да, и уже нету такого хорошего ПВО. И уже все больше и больше начинают ребята из нижней команды уступать территорию. Вот здесь пошел какой-то неожиданная диверсия. Неожиданная диверсия вместе с бойцами ПВО, но их не хватает. Тут просто каратели прилетели, тут есть какой-то медведь один, да, и покидали какие-то гранаты, ребятки, но де-факто от этого было мало толку. Посмотрите, какая операция готовится еще при этом у синего. Мне кажется, эта операция достойна, а действительно именно такая какая-то диверсия помогла уничтожить генератор здесь, но все-таки этого не хватает. Здесь какие-то признанчики кидают коктейли Молотова,
расчищают территорию от этих островитян местных, и, собственно, после того, как будет уничтожено последнее сопротивление справа, можно будет уже заняться либо правой базой вот здесь морской, либо уже занимать, конечно, главный остров и пытаться его отбить. Падает спутник как бы не по карателям, каратели уворачиваются, это хорошо. Кстати, какой-то дополнительный завод у Лягуша. Они будут держать эту Ивадзиму до конца, скорее всего, вместе с своим союзником. Действительно, сил достаточно еще может быть много на острове. И ресурсы еще остаются там на несколько тысяч. Но боюсь, что все больше и больше их теснят. Правые базы были потеряны. Действительно, теперь экономика наших островитян голубого и синего совсем сжалась. У них остается только этот генератор на центре. Много турелей. Ну и, конечно же, да, вот эта вот диверсионная операция. На самом деле, если эти 5 голиафов зайдут здесь, поднимутся на хайграунд и просто взорвут реактор, победа будет на стороне именно этой команды. Это последний, хитрейший, абсолютно коварнейший диверсионный план. И он еще может осуществиться очень даже неплохо, да, нужно только очень аккуратно зайти как-то сбоку, забрать генератор и одержать победу. Я думаю, план достойный на самом деле. Главное только сейчас не спалить эти голиафы как-то, да, вот не показать, что это все-таки голиафы предатели. И нужно, да, наверное, уплывать этого флота. Лягуш сейчас может на самом деле... Да, он правильно, он пошел в обход через правый фланг. Здесь действительно эти голиафы не встретят какой-то цели. Это хорошая диверсионная операция. В это же время Лягуш очень грамотно принимает бой. Он пытается как-то, знаете, отвлечь внимание вражеской команды. Но голиафы почему-то возвращаются назад. Не очень мне понятно, может, они хотят оплыть сзади. Вроде как там есть место, там, как красивая пристань имеется. Можно, мне кажется, оплыть сзади. Но проблема в том, что вот все эти маленькие битвы, они все равно уходят в плюс именно другой команде. Да, и нельзя продолжать драться так. Голиафы по-прежнему ждут своего часа. Все-таки это очень большая группа пехоты, которая в любой момент может ворваться и убить генератор. Но нужно плыть сейчас. Каратели сейчас это дело увидят. Нужно, ну, чтобы только не заподозрил ничего зеленый сейчас, потому что эти предатели явно не его друг, да, не его друзья. И пока он ничего не заподозрил, пока он думает, что все в порядке. Но слушайте, на самом деле нужно быстрее направляться Лягушу, потому что иначе шансов будет мало. Он пока неплохо справляется по воде. Да, и действительно, вроде как у них есть шанс отбиться. Все-таки здесь очень много турелей, да, и Тенгу там наверняка будут какие-то строиться. Но мне кажется, голиафы уже попали под подозрение. Да, они попали под подозрение, открывают по ним огонь с карателями. Все-таки ребята уточнили, что это была диверсия. Ай-яй-яй, как же обидно попался здесь Лягуш. И это последний план, который они придумали. План был гениальный. Последний голиаф кое-как уходит, но все-таки не получилось. Да какая могла бы ведь быть диверсия? Да как бы он мог красиво зайти в атаку и уничтожить позиции противника, просто подорвать генератор за несколько секунд и тем самым доставить своей команде победу. Но похоже, что этого все-таки не случится, хотя попытка была действительно замечательна. Теперь у него остается только такая, знаете, небольшая группа войск на воде. Это в основном один сёгун и еще что-то в заказе. База, конечно, у него может будет обороняться. Какая-то пехота есть еще у синего. Но у синего нет экономики. У синего остается две базы, да, и которые уже пустые абсолютно. То есть и что он будет с этим делать, непонятно. То же самое сейчас, конечно, у Лягуша. Базы кончились. Денег нет, и держаться уже не получается. Просто закончились все ресурсы. Каратели ждут своего часа вместе с мигами, и скоро, конечно, команда зеленого и желтого будет наносить свой последний удар. Полетел последний какой-то Skywing, может быть, хочет забросить спутники на противника. Слушайте, это тоже вариант, забросить спутники, забросить камикадзе. Вдруг повезет, вдруг получится как-то зафокусить. Да, полетел действительно Skywing. Но тут очень хорошая защита. Сбрасывать можно что угодно, но мне кажется, этого будет мало. Плюс, конечно, Теслы и ПВО прикрывают отлично эту позицию. Теряются сейчас доки, продаются, точнее, они как-то пехота пытается выйти еще. Но, к сожалению, у них такой возможности просто не имеется. И, конечно, для Лягуши, для Синего, для Морфоза это означает, скорее всего, уже неминуемое поражение. Сгущаются краски, все больше истребителей. Сбрасывается еще тархунчик на эту пехоту. Очень жестоко они превращаются в такие зеленые кучки. И карателей тоже много, кстати. Да, уже продают свои здания. В итоге ребята из этой команды, они осознают уже то, что обречены на поражение. И вот так вот, друзья, заканчивается наш матч.
вот такой вот красивой морской блокадой и вот такими вот странными морскими битвами, которые мы могли лицезреть на этой карте. Было, мне кажется, интересно. Лягуш даже пытается в наглую сейчас занять базу, просто уже ставит тут позиции. Ну, тут уже дредноут плывет. Тут уже просто мигов не хватает, да. Они как-то пытаются еще отбиваться. Но тут, конечно, миги зеленого вернутся и просто собьют всю авиацию синего. И, к сожалению, да, на этом сказочке конец. И все очень плохо для ребят снизу. На этом, друзья, будем заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Подписывайтесь на канал. Всем желаю всего хорошего. Всем удачи и до скорых встреч.